Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон и Only First. Всем привет. И, ребята, это новый кооператив по игре Sniper Elite Nazi Zombie Army. Да. В общем, сюжет заключается в том, что Гитлер проиграл в войне, но у него был зато запасной план, при этом план очень хороший, он из мертвых солдат сделал как бы зомби, и теперь мы с ними воюем. Да, то есть два человека, как всегда, должны выиграть целую орду из 10 тысяч зомби там, или сколько их там. Ну, бесконечно. Да, бесконечно. То есть два человека выиграют войну. Два мужика сейчас будут ходить, всех убивать. Так, ну что, давай. Да. Что они тут? Уже звуки я слышу. Так, как может, ускоримся? В смысле, нам и так их нужно перебить. А, ну, просто на поле боя мы как-то стоим посередине и не особо оно, знаешь. Ага. Есть. Главное в голову не целиться постоянно, потому что никогда так не попадаешь. Да, промахиваешься. Еще знаешь, такой, типа, прицеливаешься и сосредотачиваешься, а потом, чем больше сосредотачиваешься, тем промахиваешься. Да. Так, ну чё, не... Сзади... Так, я спину прикрываю. Да. Я вперед, видишь, хорошо справляюсь. Так, этот оживает. Отлично. Еще заоживает, да чё вы оживаете-то так? Ха, без прицела. Ну, понятно, с полуметра без прицела и так понятно было, что убил. Так, давай зайдем сюда, тут, по-моему, был лут. Да, есть лут, заходи. Давай, что там? Там еще кто-то? Патрончики. Да ладно, пошли. Подожди. Что у нас? Ну ничего тут. А, нет, есть тоже патрончики или что у нас? Давай, я пока... А, гранатка, нашел. Давай, я пока тут всех стреляю. Я понял, я, короче, смотрю спину. Ага. Пока нету спины. Нет, пока спины нету. Так. Сзади. Ну, я его убил. А, держишь. Так, еще так. Есть. Ну, игра такая, знаешь, пофаниться, то есть пострелять зомби. Да. Командная. Командная игра, то есть... было бы скучно играть в нее. Да, не то, что скучно, а просто очень тяжело даже, мне кажется. Да. То есть тут командная игра такое, знаешь, ты смотри туда, я смотрю сюда, я спину прикрываю. А, прикрой меня, я перезаряжаюсь. Вот что-то в этом роде. То есть командная игра. Да. Больше рассчитано на кооператив, потому что одному как-то, я думаю, даже скучно будет. Ну да, это не такая игра, которая, знаете, нужно сосредотачиваться очень на сюжете, так. На геймплее. Да. То есть сюжета как такового нету, да? Придумали, что просто зомби, да? Что, ну, и все. Банально Гитлер воскресил. Да, сюжет вот очень маленький, сюжетная линия. Да, то есть банально Гитлер воскресил зомби, своих солдат и все. Ну, в общем, придумали, что им в голову, да, только пришло сразу же. То есть хотели создать игру про зомби, да, придумали, что как бы Гитлера и так далее, и так далее. Ну и оно и видно, да, кстати, вот эти вот нацистской форме возрождаются, смотри. Ну да. И в некоторых даже есть, собственно, повязочки, я вот что заметил на руке. Да-да-да, так они же все немцы. Ну да. Ну вот то, что именно они придерживаются, да, своего как бы слова, да. Ну да. Так, тут зомби. Так, давай наверх. Лучше наверх. Я буду сверха прикрывать. Давай, ты сверха, я буду нижний этаж. Так, есть уже на втором этаже тут, ребятки. Давай. Подожди. Ты там, а я буду еще нижний. Да, возрождается, подожди. Нет, смотри, там, я буду это прикрывать, ты смотри вниз. То есть вот сюда. Да, но я смотрю вниз, просто там на втором этаже возродились почему-то. Теперь они возрождаются, все. Так, а ну, гранатку постараюсь. Ух. Так. Давай. Есть. Есть, зацепил. Ух ты, сколько их тут. Нет, но в принципе справимся, если сейчас посмотрю отсюда, что тут. А, смотри, тут еще есть одна комната, где можно смотреть. Ага, ну как бы. Справляешься, пока помощь не нужна? Да, не. Может, я тут смотрю по периметру, они не ходят или нет? Так. Так, ну что? Так, где у нас тут задача? Нужно их всех перебить, по идее. Ага. Нет, так, я пока скорострельное оружие. Смотри. Прикрой меня. А. Так, я... Все, я ни одного не пропустил, я всех перебил практически уже. Так, я спину прикрываю. Я понял. Твою... Все, отлично. Ну что, давай, может, спускаться уже потихоньку? Да, давай. Я согласен, я спустился. Так, но задания никакого нету, то есть нам нужно перебить. Пока что обороняться. Да. Ну я буду снизу, то есть, пока это все трудности не доставляют мне. Угу. Отлично. Это пока. Так. Есть.
Все. Задача, то есть, появилась, видишь, звездочка. Да, то есть нам вот туда нужно добраться. Так, тут лут хоть какой-то есть. А фиг его знает. Нету. Да, это уже. Да тут лут, как бы это комната. Так, о, так. Так. Собираем. Отлично. И сразу же выбегаем отсюда. Так, новая задача. Пока что еще это, нельзя. Видимо, контрольная точка сейчас, да? Подожди, перезаряжаемся. Да, да, то есть все, перезаряжаем. Все, можно выбежать. Так. Давай, бум. Чекпоинт. Все, замечательно. Теперь, да, можно бежать. Так. Ну что, ага, вижу впереди. Давай, я вперед, ты зад прикрывай. Хорошо. Так, зад пока нету, поэтому только вперед. Ага. Есть. Тут упал никого голову. Нету. Так, нету, есть вот в этом здании конкретно. Ну, я буду их есть. Угу. Я тоже тут смотрю. Сзади. Так. Ну, я его убью. Я вижу, 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 вижу. Давай, я, собственно, буду палить, если что, назад. Вот видите, ребят, да, команда, то есть, работает. Да. Командная именно игра. И намного так интереснее, когда ты знаешь, что кто-то спину до тебе прикрывает. Да, потому что когда никто не прикрывает, будет очень-очень плохо. Есть, попал мне еще, знаешь, такое вот замедленное. 235 поинтов ага. дали. Не знаю, почему всегда замедленно не показывается, я часто попадаю в голову. Угу. Но если так красиво как-то, да, совпала пуля с его да. головой, то тогда они что-то уже предпринимают. Вот вновь в голову попал, но оно как бы не особо. Сдалека особенно, да, я понял, что нужно сдалека пылить. Нужно, да. Вот только что попал был. Все, замечательно. Теперь пошли в здание. Нет, или еще. А, и еще не все. Да не, их там пару. Просто появилось, смотри, задание появилось. Да-да. Давай забежим сразу же, чтобы не париться. Так, тут воскрешается тоже зомби. Давай, я уже бегу. Так, есть. Да, пока все нормально. То есть задача наша сейчас держать просто да, точку. Да, да. Продолжать движение у нас пишет. Угу. Как бы. Ну, это значит, что просто да. держать точку. Так, ага. я погнал наверх, смотрю. Давай. О, ты прикрывай сверху, я буду пока что вот тут. Хорошо. Так, надеюсь. Пережить осаду, видишь? Ага, да, да, сейчас вижу. Будут на нас. Я сейчас заправляюсь. Ага. Подожди, гранаты. Мины у нас есть, динамит у нас есть. У тебя тоже динамит? Ну, а трип мина, мы еще можем, знаешь, растяжку поставить. У меня есть. Угу. То есть, ты понял, да? Они, да. они же тупые, не будут переступать. Ну, понятно. Так, ну что? Так, да. Я их пока что не вижу. Я пока не вижу, но сейчас должен видеть. Где же они? Так. Ага. Все, все, вдали вижу. То есть одну сторону я свою вижу. Вот, да, сдалека попадаю в голову, и оно как бы. Давай ты там, да. а я буду прикрывать. Да-да-да, я отстреливаю уже ага. двоих убью, троих. Давай, давай. Тут пока что. Ух ты! Я только хотел сказать, тут пока что никого. Есть, бегут эти камикадзе. Камикадзе? Да. Ух ты! Я машину взорвал. Ай! Нет, это сзади, 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 сзади. Воу, 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 ребята. Так, можешь стрелять. Воу, воу, парень, полегче, да? Да, да. Можешь стрелять, я пока что тут подержу, мне так кажется. Да как я так не попал там с двух раз. Есть. Где там еще? Их тут просто беги. Очень-очень большая. Сзади, толпа. Сзади, сзади. Помоги тут немного. Я понял. А, не-не-не-не-не-не-не, все нормально. Все сейчас нормально. Они будут очень большой толпой заходить. Просто тут снайперки, посмотри в окно быстренько. На секунду. Да, я не могу, честно, не могу. Просто тут снайперки одной не хватит, даже если я буду стрелять, я не знаю из чего. Если я посмотрю, то на нас набегут. Даже поэтому с пулемета, да, буду стрелять, и оно все равно. В принципе, пока справляемся, да? Ай. Я тоже держу как могу. Давай. Здесь снайперка тут тоже очень слабовато после против такой орды. Ну да. Я пока сдерживаю как могу. Так. Я тоже сдерживаю как могу. О, отлично взорвал, да? Угу. Так. Ах, хотя без прицела больше баловаться не буду, есть. В голову. В голову. Фух, замечательно. Так, сейчас к тебе еще немного зомби придут. Да, есть. Я пока что. Справляешься, да? Да.
Хорошо, это отлично. Так, если сейчас посмотрю в другое окно, возможно, отсюда идут тоже. Но отсюда никто не идет. Так, ну вдали никого нету, то есть новых зомби приступов нету. Все, все, замечательно. Отлично. Справились как никак. Да. Так, дверь тут разблокировалась. Я, то есть, даже на Томпсон не переключался. Да. Так, ну что, побежали? Да. Так, патронов у меня на автомате нету, только на... Нет, вот у меня все полностью на фуле, понял? Угу. Так. Так, я спину прикрываю. Я ты понял. Ты можешь там вперед стрелять. Воу, что это такое? Хотел, понял. А двоих одним патроном убить. Ай. Ага. А получилось. Так, я вижу спину. Да, я стреляю. Двоих, ты... да, одним патроном. Да. Так, все, 450. Что-то открылось достижение из 500. Ничего себе, мы настреляли, да? За серию. Так. По ногам. Так, что тут у нас? Не открывается подвал? Нет. Да, камикадзе, камикадзе. Ё-моё, так, стараемся прицельно. Есть, попал по отлично. Нему. Так, можно, смотри, вдаль кинуть туда гранатку. Я просто к ним как раз и достаю. Давай, ну, сзади, посмотрим. Сзади, сзади, никого, никого. Сзади, 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 никого. Какая шутка. Да не, не, я как раз... Новый прикол. Так, с лопатой, смотри. С лопатами, с вилами. Да. Отлично. Фух. Так, ну что, вроде бы все. Так, есть, да, открывай задание. Надеюсь, больше нету. Так, можно лут обшаривать. Угу. Зомби. Побежали быстренько в дом. Подожди. Отлично. Отлично. В один голос. Так. Патрончики бери, что тебе тут нужно. Да, мне нужно. Но у меня, в принципе, все по фулу, прикинь, да? Я только снайперку использовал и всех как бы убивал, то есть трудностей пока не было. Так. Чекпоинт. Ну, можем выходить. Это самое приятное, что мы можем тут видеть. Чекпоинт. Такой. У меня просто винтовка очень-очень мощная. Сейчас нам сюда. Так, ну что, задание обновлено. Так, есть. То есть держать оборону у нас сейчас задача. О, скелетики. Оу. Что ж это такое? Что-то новое. Да. То есть уже не зомби, а скелеты есть. Ух ты, какая их толпа. Да. Но они, в принципе, легко убиваются, но за их количество просто будет тяжело. Так. Ах ты, елки-палки, думал, он сам на прицеп, понял. Смотри, тут у нас есть патроны на такой вот кухне бывшей. Это бар какой-то, что-то. А, такое. Да, бар точно. Так, видишь там. Просто какая-то... Да, лучше кинуть гранатку сейчас. Если есть возможность. Но у меня есть возможность, я поэтому кину. Есть. Угу. Троих отлично. Убил. Все, четверых. Фух. Так, сейчас. Так, еще гранатки подберу, если тут есть возможность такая. Где они? Да. Во-во-во-во-во-во. Нет, пока только звуки, да? Да. Смотри, у нас есть еще канистры с бензином, то есть можно их взорвать, если будет уже крайний случай, но пока не надо. Да. Нам... О, еще с другой стороны. Осторожно. Да, вижу. Ух ты. Так, давай. Смотри, все, ты справился, потому что я хотел уже стрелять в него. Угу. Вот эти вот звуки, да, не поймешь, откуда она идет. Да. Ух ты, уже обычные зомби лезут. Со всех сторон. Ага. Смотри, еще с этой стороны. Еще и скелеты. Да. Давай, отстреливаем их. Короче, я сейчас кидаю гранатку, у меня есть возможность еще. Воу, они уже подошли близко. Тихо. Отходим назад. Офигеть, сколько их. Меня, короче, прикинь, меня зацепили и убили, меня просто зажали. Я стреляю как могу, то есть. Ага. Смотри, я могу отстреливаться еще. Ах ты, гад, ты такой, смотри.
Все, меня... Я уже ничего не сделаю, поэтому, ну... Так, ты тут? Да-да-да, ща. Ты уже затаил дыхание, да? Да. Так, ты постарайся все-таки их отстрелить, потому что я, ну, сколько осталось времени? 28 секунд. Быстрее, 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 беги! Быстрее, 25 секунд, не отстрели именно, потому что они тебя и так не догонят. 22 секунды, ты успеешь. Давай. Давай. 16 секунд. Давай. Не волнуйся. Ох, отлично. Спасибо. У меня, знаешь, я вот когда сидел, у меня было кровотечение написано. Я еще мог стрелять, но они кучей подбежали и меня зажали. А умер я, потому что, понял, скелетик с одной стороны, и они мне просто не давали выхода, понял? То есть я не мог никуда убежать в другую сторону. Ух ты, еще новые. Вот такая вот у меня была проблема. Фух. Ну хорошо, что есть команда, да? Есть кому вылечить все, потому что так бы уже, если бы один играл, начинал бы с контрольной точки. Поэтому если кто-то умер, можно воскрешать и так далее, и так далее. Так, все, задание обновлено. Вновь давай, говорю, давай сюда, давай сюда, будем вот тут, смотри. Назад тут вроде пройти нельзя, поэтому будем. Смотри, так, ты смотри. Ух, опять скелетоны. Да ё-моё. Есть. Тут, похоже, нужно доставать Томпсон, да, или что, потому что со снайперкой. Ну, наверное. Справишься. Ну, пока снайперка, если будет еще больше. Ну, как бы они сейчас сдалека, поэтому. Да. Так. Ух, так. Да чё ты такой? Все. Это ты зомби, надеюсь, да? Потому что тут... Ну да. Уже не поймешь. Все, замечательно. Вроде бы... А, нет, еще. О, сзади бьет. Я думаю, что такое? Он меня клюшкой бьет или чем? Клюшкой. Я пил. Так. Я не знаю, гаечным ключом каким-то. А, молоток еще в этого. Но тот меня гаечным ключом бил, да. Ага. Есть. Я сейчас прикрою, подожди. Ух ты, я как-то не заметил, что тут их столько уже. Так, ну я прикрываю, ты не волнуйся. Ты смотри в другую сторону, я это прикрою, не волнуйся. Так. Ты уже, я же говорю, смотрел бы вот эту вот сторону. Так, ну тогда я вот эту вот буду сторону смотреть, ты... Так, перезаряжаюсь, прикрой. Отлично. Минус. Минус. Так. Да давай как-то уже попадай на прицел, что ли, или что. Жду тебя полчаса, пока ты придешь. Потому что когда именно поворачивайся за ним, так. Он в другую сторону идет. Да так, еще раз все один. Да я ж не знаю. Все, вроде бы, да? Отлично. Нет, ну, нет, вот... еще где-то скелетики я слышу, да, вот этот звук, тык-тык-тык, да? Да, не-не-не, вроде уже все. Или фиг его знает? Не знаю. Все, вот сейчас все. Фух, так. Ну что, можно тут, смотри, спокойно отдохнуть, немножко вздохнуть, передохнуть как-то. И побежали дальше. Да. То есть долго отдыхать не пришлось нам. Да. Че это? А, безопасная дальше. Комната. Давай. Да. Все. Можно перекурить. Да, то есть, а перекур 2 минуты, и мы как бы идем дальше. Так, у меня, так. В принципе, снайперка по полной. Я только снайперку использовал. Угу. Пока ничего я не использовал. То есть Томпсон у меня полный, все полное. Растяжки, мины, все у нас есть. Чекпоинт. Замечательно. Потопали. Да. Ух ты. Да. О, да. Я там кого-то. Кого-то? Да вижу. Бам! Это походу снайпер был. А, ты его убил, да? Да, потому уже что убил. Я вижу, он уже готов. Так, он еще там, вижу, там еще один, еще один. Да, я вижу, я подвинусь сюда. Я его убил. Убил? Камикадзе! Камикадзе, так, ты живой? Ну как тебе сказать? Как тебе сказать? Я понял. Еще. Ничего не. Так, нужно прицельно. Я в этого, давай. О, он застрял. Все, я в него попал. Так, отлично. У меня уже почти что на снайперке нет патронов. Почти что. А, пойди назад в комнату, там возьми, или поменяй снайперку на другую. Я пока тут побуду, да, сам. Ладно, пока что. Я их облутаю. Найти, потому что... А, ну ладно. Как я хочешь. Их чуть не могу лутать, то есть...
Так, есть. Хрен пока его, я тут оборону держу и сам. Прекрасно. Ух ты. Так, ну уже не буду прекрасно, их уже целая куча. Ах ты дерьма кусок. Ты посмотри, ты что? Что он вытворяет? Хотел меня убить, так, да? А ты где? А, я вот. Я случайно взорвал. Да. Ладно, ничего страшного. Воу, сзади меня бьют, сзади. Я думаю, что это такое. Откуда они меня колотят? Так, ты уже с Томпсоном, да, я вижу? По-серьезному взял все за дело. Это не Томпсон, что-то. А, это другое, да? А-а-а. Потому что у меня Томпсон я выбрал перед началом. Я поменял? Есть. Я вот 3 хедшота подряд поставил. Угу. Или 2 хедшота отлично, подряд. Отлично, патрончики так, есть. Все. Замечательно, ты пока лутай. Потому что у меня все, кроме снайперки, полное. Так смотри, какой подвешенный, да? Да. Ничего себе. Так, тут ничего. Тут ничего нету. Так. Фу, куда нам? Шмар, а? Куда нам? Ну, нам сейчас. Внутрь, да. Внутрь. Церковь какая-то. Ух, давай, лутаем, короче, трупы. Можно тут, да? Ну, ты, в общем, лутай у меня. Я чё-то... Даже снайперка, я некоторых не могу лутать, то есть он начинает потому лутать. Потому что, ну, они как бы пустые полностью. А. Так, тут есть лут, смотри. А, иди вижу, сюда. Вижу. Так, есть. Может, это, видимо, нам дают готовность перед чем-то. Да, то есть сейчас будет... Что-то жаркое. Так. Может, на... Нет, давай ты на второй этаж, я прикрываю снизу. А может, давай вместе на второй этаж? Ну, давай вместе на второй этаж. А, то есть... А, смотри, тут еще есть патроны. Видишь? А, вижу. То есть мы можем как бы... Так, ты давай с этой стороны, я с другой, да? Да. Давай. Все так же. Так, подожди, на втором этаже воскрешается, смотри. Вижу. Есть, убил одного. То есть все. А, вижу, на улице идут. На 12 часов. Ну я отстреливаюсь. На 11 часов уже идут. Я отстреливаюсь идут. Пока. Я понял. Могу. Так, есть. Так, ну, пока что вроде не вижу внизу никого. Внизу еще отреспавнились, есть, я его убил. Я иду вниз. На лестницу. Нет, не нужно мне идти. Не-не-не, тут просто... Сзади тебя зомби. Я понял, все. Я просто внизу, всё, я знаешь, убил. Стреляю тех, что-то кто... я так по головам разошелся, слышишь? Да. Вот уже 5 подряд в голову попал. Я стреляю только тех, кто, знаешь, пробрался сюда внутрь. Ну да. Ну то есть ты знаешь, как держись? Вот так вот, не там вот, где ты, а вот на лестницу чуть поднимись, знаешь? Угу. И чтобы когда они уже ушли, на лестницу ты уже их стрелял. Так, я пока не вижу, я пойду сейчас на это окно. А, ты тут, хорошо. Значит так, так, я вижу 3 по... на час. Давай. 3 по часу, хотел сказать. 3 на час у нас идут. Так, ты иногда так, назад ты поглядывай. Да. Я так и так, делаю. Так, все нормально, я иду, посмотрю, что там снизу. Я пока никого не пропустил. Отлично. Есть, все, никого не пропустил. Так, что это у нас? О, что это ступает, слышишь так? В смысле? Ступает? Ну, слышишь? Ну да, именно так вот шагает, знаешь. Пока что нет. Так, скелетики вижу. О, двоих. Офигеть. Все, они уже по ходу дела зашли. А, стой, знаешь, на лестнице, не нужно спускаться на первый этаж. Я, короче, в твое окно пойду пока, да? Ты не против? Ага. Все да, равно нет. Пока там. А мне тут туда мне, у тебя тут оно как-то, я не знаю, более обширное. То есть территорию можно видеть. Давай, я пока а снизу лучше. Прикрою, чтобы сзади никто... Так, я пока ничего не вижу. Так, ну что? А, это как бы скелетики шагают? А, ну, пока что я никого не вижу. Я тоже, но даже с моей стороны никто не идет. Может. Очень странно. Надвигается какая-то толпа там. О, тихо. Теперь звук слышу. Только не камикадзе, пожалуйста. Да, только не камикадзе. Ради... Камикадзе! Все, пошли. Да в... На Карков. Спасибо, на Карков. Я пока отбиваю обычных зомби. А ты пока... Так, ну ты я что, прикрываю. Там, ну да. Потому что если что, ори во всю глотку. Хорошо. Так. Их очень много. Воу, то что это такое? Палец просто понял, дергается и не знаю, что это такое. Ага. Так, большой вот этот здоровяк, понял, идет. Какой большой? Он по мне не попал. Ну, большой вот этот мужик. А, вижу, огромный. Вижу. Ух, ни хрена себе, у него еще и пулемет. Смотри, я как по нему стреляю, вроде бы знаешь, ничего ему не помогает. То есть ага. Нужно в голову только. Ну да. Есть, я попал ему в голову. Я тоже. И он по мне не попадает в окне, поэтому стой в окне. Просто не пускаем его. Камикадзе, есть, камикадзе, попал. Камикадзе. Ё-моё, полный трэш. Я, короче, постараюсь установить мину.
А ты посиди пока здесь. Ну, я пытаюсь отбиться, потому что они уже тут наступают. Я надеюсь, ну, как бы ее поставил. А этот не вошел еще огромный? Вошел, как раз вошел. Вошел. Ну, я переключился. Ух ты, сейчас они сюда идут. Так, ну что, давай, смотри, сверха стреляем. Я вижу огромного. Он уже зашел. Я, короче, поставил. Я мину там поставил, не волнуйся. Я там поставил мину. Так, осторожно, смотри, я к тебе бегу, если что. Есть, я его взорвал. Слышишь? Да? Да. Отлично. Да, взорвал, вот он лежит, паскуда тварь. Камикадзе! Камикадзе, сзади, сзади, сзади тебя. Я понял, 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 понял. Воу, ни хрена он бежит. Ё-моё. Есть, меня легенько только зацепило, я его успел убить, в принципе. Если что, так же самое информируй, понял? Да, да. Ну так я поэтому так, и если кричу. Будет вновь идти вот этот вот жирный, ты мне сообщай, хорошо? Ага. Я буду мину устанавливать. Идет! Он уже тут! Да? На какой стороне? Ща. На твоей? На твоей стороне идет? Да вот он уже! Во-во-во, уматывай! Я есть. Так и делаю. Я, короче, мину поставил, он взорвался, да, походу там? Охрени узнает. Да, взорвался. А нет, ни хрена ты здоровый. Так. Он спускается назад к нам. Камикадзе. Смотри, как можно обманывать, слышишь? Мы туда спустились, и он туда спустился, на той стороне, слышишь? Да? Да. А да, я его вижу. Что, я проверил только что. Смотри, он сейчас к тебе. Поднимайся наверх, и он наверх будет подниматься. Ага. То есть понял, как его можно обмануть? Да. Так, смотри, он к тебе идет. Так, он в мою сторону уже стреляет, понял? Я его отвлекаю. Давай, я пока тут... Так, он к тебе идет. Иди сюда, на эту сторону. Иди сюда, говорю. Иду. Так. Куча зомби просто, толпы. Он уже тут, он на втором этаже. Я понял. Закидай его или гранатами, или чем. Я его убил. Так, о, молодец, просто красавчик. Так, я пока смотрю. Ой-ой-ой, боже мой, смотри. Что там? Камикадзе? Это просто кошмар. Нет, их просто толпа. Такая, знаешь, что и смотреть страшно. Давай с двух сторон вот так вот, да, чтобы они не понимали. Вот мать его, я думаю, кто меня бьет, а это... Так, ну пока что держимся. Так, мне нужно заправить как-то, я не знаю, Томпсон. Давай. Но он почему-то не заправляется. Потому что патронов уже, видимо, да, нету. Мне придется с пистолетом, со снайперки не так уж и... А хотя со снайперки, смотри, их уже меньше, у меня да? со снайперки два патрона, поэтому... Иди пополняй, то есть. Наверху? Можно это же все сделать. Так, есть, в голову. Я пока тут прикрою, как могу. Давай. Так, надеюсь, что-то еще больше не попрет против нас. Ух... Так. Отлично. Ё-моё. Я уже думал, что все. Потому что и патронов, да, на исходе да. как-то. Захватить грузовик. Так, фух. Подожди, стоп. Минутка. Просто минутку. Фу, отлично. Давай потопали. Да, теперь можно. А я еще двухстволку, понял, взял вместо Томпсона. Ну, в принципе, да, в нем быстро патроны тратятся, поэтому... Двустволка как раз будет обычное ружье нормальное. Так, мы что, мы сможем ездить, что ли? А, это заставка. Это автоматически. Да. Плохо, что автоматически это все дело. А почему там показывается, что нас три человека? Ты видел? Внутри? Да, я не знаю даже. Еще кто-то же ввел машину. Четыре человека. Первая миссия, да, закончилась у нас. Полчаса, да. В принципе, ребята. Полчаса, да, мы снимали. Да. На этом, наверное, закончим. Да, на этом закончим, ребят. 29.39, вот нам даже показало, это очень хорошо. 29.29, извините, да. Снимали мы. Для вас комментировал Эдисон Only First. Было действительно очень-очень жарко. То, если вам нравится эта игра, ходили, да. Да. Есть командная игра. Вот то, что самое главное, то, что нам понравилось в ней. Да. Если вам нравится, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наши каналы. Всем спасибо и всем пока. Всем пока.